Театральный коллектив «Карнавал» Ольга Бернгольц. Вдруг я не думала, что тишина. Читает Белозерцева Валерия. Вдруг я не думала, что тишина страшнее всего, что оставит война. Так тихо, что мысль о войне, как вопль, как рыдание в тишине. Здесь люди, рыча, извиваясь, ползли. Здесь пенилась кровь на вершок от земли. Здесь тихо, что мнится вовек, сюда не придет ни один человек, ни пахарь, ни плотник и ни садовод. Никто никогда, никогда не придет. Так тихо, так немо, ни смерти, ни жизнь. О, это суровее всех укоризн, ни смерть и ни жизнь. Немота, немота, отчаяние стиснувшие уста. Безмирно живущим и мертвым мстят. Все знают, все помнят, а сами молчат.